Буквально несколько недель остается до подведения итогов масштабного голосования. В декабре в городском округе пройдет форум, на котором станут известны инициативы победителя, набравшие максимальное количество голосов горожан на сайте HijOnline. Именно их реализуют в первую очередь. На сегодняшний день на портале уже размещены более 2500 социально значимых проектов. Уже была реализована инициатива по реконструкции сцены в парке имени Величко Сходни, ремонт тротуара на улице Чапаева в микрорайоне Сходня. И на сегодняшний день наиболее интересными проектами в нашем округе являются строительство школы и благоустройство в микрорайоне Подрезково, ремонт гимназии номер 23 обоих корпусов и многие другие проекты. В рамках торжественной встречи отметят и тех, кто на протяжении нескольких месяцев голосования вел активную жизнь в социальных сетях. Лидеров определят по трем номинациям. Самый активный пользователь, самый активный комментатор, самый активный популяризатор. Каждый победитель получит по 30 тысяч рублей. Обладателем денежного вознаграждения может стать каждый. Мы всех призываем и призывали проявлять такую очень большую активность, свой интерес к жизни города. Для этого надо всего немного, надо просто зайти на сайт HijOnline, вот, посмотреть инициативы, которые там уже предложены, проголосовать за те инициативы, которые вы, жители, считаете самые лучшие и хотите, чтобы были быстрее здесь реализованы. На протяжении нескольких месяцев велась большая работа. Химчане вносили свои предложения по улучшению качества жизни в округе. Инициативы собирали на встречах с горожанами и собраниях трудовых коллективов. После они были размещены на сайте HijOnline. Большинство предложений коснулись сферы благоустройства. Второй по популярности стали сферы образования и медицины. В них жители городского округа также хотели бы привнести множество позитивных преобразований. Горожане проявили высокую активность. Свой голос отдали более 60 тысяч человек.